На праздничном мероприятии присутствовали директор школы Хабадуравнеш Закай Шаев, глава отделения «Натив» на Кавказе, первый секретарь израильского посольства в Азербайджане Марк Ефраимов, Равен Шниорсигал и другие. В ходе мероприятия выпускники школ отметили, что для них Хабад становится вторым домом, а учителя – родными людьми. Они наставляют, что полученные знания будут необходимы им в взрослой жизни и после окончания впредь будут гордо себя чувствовать, являясь выпускниками школы Хабада. Впоследствии представитель посольства Марк Ефраимов поздравил выпускников с окончанием учебы и пожелал с такой же любовью и воодушевлением продолжать деятельность и совершать новые открытия, как они делали за 11 лет в период учебы в школе Хабад Уравнер.